Добрый день. Цель этого видеоролика – показать максимальное количество повреждений на надувной лодке, заваренной жидкой латкой, а также продемонстрировать поведение ее на воде и при максимальном избыточном давлении. Обратите внимание, как именно заварены сквозные отверстия. Здесь на этой лодке более 10 тысяч сквозных отверстий. Сейчас на лодке избыточное давление, более 2 тонн нагрузка. Вот, можете обратить внимание поведение лодки. Также ее латок более 10 тысяч. Жидкая латка справилась.